Нет. Да видел я все это. Не пойдешь со мной. Ты погляди, Андрей. Ну что смотри? Погляди. Ты видишь, книги же мокнут. Тут ведь лист, железо и мастер пятерку заработал. Я вам уже объяснял. Не можем мы производить ремонт за наличный расчет. Кто ж мне даст лист, железо по безналичному? Никто. А по безналичному расчету хоть всю крышу, хоть всю улицу можете перекрыть. По безналичному, говоришь? Не жалко? Я говорю, что это? Большая Берта. На-ка, это метеорологическая пушка. Мы сейчас из нее тучки над библиотекой будем расстреливать. И крыша у нас не будет течь. Дорогая вещь. Зато по безналичному. Не жалко. Сегодня, чтобы хорошо и быстро обслужить покупателей, нужны современные магазины. Вот они, универсамы. Здесь все открыто для покупателя. Ему доверяют и проверяют. А покупатель, он в основном доволен. Но у некоторых покупателей возникла идея еще более усовершенствовать торговлю. Как? Давайте посмотрим. Идея первая. Я изучаю японский язык, что в переводе с японского означает... Эти продукты покупатель пытался вынести тайком. Идея вторая. Детишкам на молочишко. Или сайра и другие консервы в молоке. Идея третья. Ловись, рыбка большая и малая. Идея четвертая. Ешьте овсяные хлопья. Конфетами, сыром и ветчиной. А теперь познакомимся с авторами подобных идей. Как и многие изобретатели, все они люди чрезвычайно скромные. Как ваша фамилия? Бельская. А где вы работаете? В институте. Хорошо, а кем вы работаете? Не буду я говорить. Простите, ваша фамилия? Кочетков. Где вы работаете? А вот этого я вам не скажу. Это ваше первое изобретение? Нет, второе. Тогда у меня вино оказалось не там, где надо. Это Клавдия Петровна Ястребова. Я ничего, я говорить с вами не могу. Ну ничего, за вас говорит ваше изобретение. Фартук-контейнер. Как ваша фамилия? Царев Юга. Как? Я же сказал, Царев Юга. Царев? Да, Царев. А вы где работаете? АЗЛК. Какую должность занимаете? Хорошую. Наши изобретатели занимают хорошие должности, получают вполне приличные оклады. Однако, не жалея сил, работают над внедрением своих изобретений. Интересно, а какой экономический эффект дают эти изобретения нашей торговле? На этот вопрос отвечает директор универсама номер 3, товарищ Степан. Вызывают возмущение подобные покупатели и изобретатели, которыми только по нашему магазину нанесен ущерб государству 110 тысяч рублей в год. Но творческая мысль подобных изобретателей не знает покоя.
они продолжают предлагать все новые и новые идеи. За этими идеями и их авторами пристально наблюдает администрация универсамов. И каждый из изобретателей может быть уверен, что ему найдется место и на экране, и на скамье подсудимых. Суд приговорил признать Уткина Анатолия Никоновича виновным по части 2 статьи 96 Уголовного кодекса РСФСР и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбытием наказания в исправительно-трудовой колонии строгого режима. Разрешите. Вы кому? Не узнала папку. Мама дома? Мама, ты дома? Дома, дома. Кто там? О, Шанин. Шанин. Ты мой Шанин. Иди погуляй. Оля. Оля, Оля. Проходи. Оля. Да. Зачем пришел? Поговорить надо, Верочка. Видишь ли, я долго думал. Нет, 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 чай пить не будем. Ну зачем же? Так, мы все-таки, так сказать, не чужие. Работница свежая тебе. Вот что я решил. Давай опять поженимся. Я уже не молод. Олечке нужен отец. О, вспомнил. 10 лет ни слуха, ни духа, а теперь вспомнил. Только по алиментам и знала, что живой. Тяжело, я же понимаю. Нет, нет, дорогой. Но... Нет, Васенька. Поздно. Вера. Олечке уже есть отец. А тебя не знать ни к чему. Гуляй. Вот что я скажу. Надя, Надюша, нужно восстанавливать семью, потому что я уже не молод, ты уже, в общем, как-то тоже. Славику нужен отец. Вот на вас. Почему? Почему? Славик. Почему? Почему? Собирайся. Поздоровайся. Здрасте. Славик! Ну так вот. Что? Я 8 лет от тебя этих слов ждала. 6. 8. 6. 8. 6. 8. Ну и что? Как, ну и что? Поздно! Нет! Что нет? Как ты не права, Люба, ты же одинока. Шурику нужен отец. Я же сам одинок, как перст. Тоскую я! Давай обратно. Поженимся. Да глупости все. Да ж тебе не поезд туда-сюда. Где ж ты раньше 5 лет был? А я ошибался. Ошибался. Теперь одумался. Я к тебе хочу, к себе, к тебе. Я хочу к Шурику. Поздно, Васенька. И потом у него Шурик. Его. Алеша зовут его. Простите. Нет. Вы кто? Здорово, Вась! Что смотришь, дурил, не узнаешь? Всего 40 лет прошло, а он не узнает. Встречай папку родного, сыночек! Вот что я решил. Вась, давай восстановим семью.